Сегодня гомельский цирк запускает новую программу «Империя Львов». До 2 снежня включно глядачи мают возможность увидеть яскравое представление с элементами театрализованного спектакля. Напередодні российские артисты поделились с представниками СМИ некоторыми особенностями своего циркового выступления. У вазе публицы видовищные номеры эквилибристов, поветренных гимнастов, жонглеров и клоунов. На манеже так само и самые разные живелы – собаки, кошки, мини-свинки, пони и ламы. Зорка программы – аттракцион с дрессированными львами. Одразу 8 африканских драпежников демонструют глядачам свои особистые умения и здольности. Уникальность номера, подрихтованного российскими артистами, у тем, что полова львов мают незвычайный белый колер и вызначаются особливо непредказальным норовом. До речи, гэтые цары зверов у Гомель приезжали 7 годов тому, але тады яны были маленькими и уделу представления не примали. Мы с большой радостью приехали на эту замечательную, радушную белорусскую землю. Ждались целых 7 лет, когда мы все-таки вернемся в гомельский цирк. Наконец-то этот счастливый момент настал. Артисты в некоторой степени те же, в малой степени. А постановка, животные, костюмы, музыка – все совершенно новое. И я надеюсь, что мы все-таки порадуем зрителя. Надеемся, что понравимся.